Стильный штрих. Стильный штрих. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Павленко, я визажист студии Shimmers, и сегодня я вам покажу, как сделать яркий новогодний блестящий макияж. И мы с вами начнем со стрелочки. Для того, чтобы нарисовать стрелочку, нам с вами нужно определить направляющую. Чтобы ее определить, достаточно найти ямку на ушке и соединить визуально по прямой линии с уголочком рта. Эту же линию под тем же углом подкладываем на внешний уголочек глаза. Вот так пойдет наша стрелочка. Это самый оптимальный вариант для того, чтобы нарисовать ее себе легко и быстро. Набираем еще теней. Нам нужно соединить наивысшую точку нашего ресничного края с уголком реснички. Для этого мы наполняем стрелочку, именно тело стрелочки в уголке, чтобы она стала потолще. Мы с вами наметили стрелочки тенями, и нам нужно их зафиксировать. Для этого мы возьмем стойкий лайнер для стрелок, набираем на тонкую кисточку и начинаем прорисовывать, аккуратно выводя из ресничного края по нашему контуру, который мы уже с вами наметили. Обратите внимание, что стрелочка у меня не покрывает весь глаз, не задаю толщину именно наверх, она у меня заканчивается там, где у меня начинается радужка. Вот на вот этом уровне. Начинается тоненько, расширяется к уголку и тоненько заканчивается с внешней стороны. Если у нас осыпаются тени, я беру сухую кисточку и стряхиваю аккуратно. Хлопья с лица. Наши стрелочки готовы, растушевку мы сделали. И продлю немножечко стрелку на нижнее веко, для того, чтобы глаз сделался больше миндалевидным и уголочек внешне приподнялся. Буквально 5 миллиметров добавляю темные тени. Посмотрите сразу, как глазик у нас удлиняется в сторону и распахивается. Наши стрелочки готовы, и я бы хотела добавить больше блеска, больше блесток. Для этого я набираю пальчиком блестящие тени, хорошо набираю. Опускаю веко и на центр наношу побольше блесток, больше шиммера. На внутренний уголочек глаз мы нанесем хайлайтер. Нам осталось прокрасить реснички, чтобы ресницы казались больше, гуще, их можно окрасить пару слоев. Дать первому слою подсохнуть и затем наносим второй. В прошлый раз мы с вами прокрашивали только верхние реснички, но в данном макияже я прокрашу и верхние, и нижние, для того, чтобы придать образу большую яркость и выразительность. Далее мы нанесем хайлайтер на скулы. На этом наш с вами макияж готов. С вами была Татьяна Павленко, визажист студии Shimmers. Счастливого Нового года! Стильный штрих.